Автомобили уступают общественному транспорту, по крайней мере, у стадиона «Арена Химки». Здесь оборудовали автобусную остановку на месте 15 парковочных мест. Так местные власти готовятся к открытию клуба «Активное долголетие» на Кирова-24. Пенсионерам не придется преодолевать километр пешком, чтобы приятно провести время. Остановка уже функционирует. Я сейчас впервые заметила, что здесь парковая остановка для автобуса. Раньше здесь машины постоянно стояли? Да. И теперь удобнее намного, да? Конечно. Ранее химчане жаловались, что автобусы перестали высаживать пассажиров у стадиона. Маршрут завершали на Калинина. Причина – не было оборудованной площадки у арены Химки. Сегодня все сделано для безопасности людей. Когда продлили сюда маршрут третий от станции Химки до сюда и высадку начали производить в этом месте, нарушались просто правила безопасности дорожного движения, когда людей высаживали к припаркованным автомобилям. Мы в срочном порядке с перевозчиками, с ГИБДД собрались, вышли. Приняли решение о том, каким образом правильно будет здесь оборудовать остановку. Сегодня здесь останавливаются два маршрутных автобуса, номер 3 и 345.